Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Я Наталья Жижко, художник, член жюри. И в этом 42-м сезоне я оценивала ваши работы. Что ж, в этот раз мне достались разные вековые категории. И от самых маленьких до уже профессиональных сформировавшихся художников. Это усложнило мою задачу, и тем не менее было очень интересно. Работы разные абсолютно по стилям, по техникам исполнения, по направлениям. Это и графика, и живопись, и декоративно-прикладное искусство. Поэтому было трудно выбрать, честно вам говорю. Кроме того, еще один приятный момент, то, что география конкурса значительно расширилась. Очень много стран участвуют в конкурсе Golden Time. Это здорово. Что ж, назову участников, чьи работы мне понравились больше всего. Итак, самый маленький. Айбала Луана Куат. Микаэль Касымлы. Вы большие умнички, продолжайте дальше. Мила Попружна. Очень красивые работы. Арина Фатеску, Ирен Энглезу. Вы большие умницы, продолжайте. Жанель Мандула. Каролина Черничка, Абиркенова Айдана. Очень понравились ваши работы. Коробкин Денис, Надия Декет, Юлия Михалюк. Браво. Татьяна Вайсарова, Катрин Беспалюк, Гуар Папикян, Виктория Березницкая, Александра Самарцева, Леся Любченко, Мазырке Итшанова, Татьяна Фархат, Наталья Аус, Дех Гоутинг, Немцев. Браво. Вы просто супер. Лия Панцулая, Татьяна Фаса. Просто супер. Мне очень понравились. Благодарю всех за предоставленные работы. И я получила истинное наслаждение. Вам больших творческих успехов. Мира в вашем сердце, в вашей семье и в ваших странах. Работайте. У вас есть творческий, большой творческий потенциал. До новых встреч, с любовью и уважением к вам, Наталья Жижко.